нами в студии Давид Михайлович Якубашвили, генеральный директор «Орион Наследие». В чем, на ваш взгляд, нужно более конструктивный, может быть, подход в решении бизнес-вопросов? Тут вопрос политический, скорее всего, потому что бизнес мало что может решить. Бизнес может решить все, только дайте ему право. С другой стороны, это политический вопрос. Если будет именно акцент на бизнес, что мы должны там утроить нашу экономику в ближайшие там 10 лет, да? Возможно, это все сделать. Тут вопрос, как подойти к этому вопросу. Да? Дать ему полную свободу. Я считаю, надо ему дать полную свободу, возможности, ну, убрать все эти всякие ограничительные, которые существуют сегодня, инструкции, законы и так далее, снизить налоговое бремя, допустить к деньгам, к объему денег. Ну и так далее. И вы знаете, это не только наши бизнесмены, и бизнесмены со всего мира повалят, потому что всем интересно это сделать, потому что сейчас мало такого найти, где бы ни было, в любой стране мира. Везде, значит, идет тенденция именно на закручивание гаек против бизнеса. И везде, как я куда ни приезжаю, везде бизнес виноват в чем-то. У меня возникло такое ощущение, что какой-то оптимизм все-таки возник у представителей бизнес-сообщества с понижением ключевой ставки Центробанка. Но это, скажем так, не кардинальное какое-то изменение. Это всего лишь... Видите, какие у нас люди оптимисты. Да. Даже 50 копеек играют какой-то вот. Такие оптимисты, просто уникальные оптимисты. С такими людьми можно вообще, не знаю, перевернуть все. Но дайте им возможность просто. Вот. Не оценивайте их как потенциальных преступников. Оценивайте их как вот настоящих патриотов. Потому что они... Те, которые принесут славу России, они надеются, что они смогут здесь повернуть, что-то сделать. И главное, они встречаются друг с другом. Это такой энтузиазм, это так заражает. И это очень интересно, это надо делать. И правильно, что это было сделано, это огромнейший шаг вперед. Ну а дальше, вот за пределами этого всего красивости этой всей, вот несколько шагов буквально, и так все красиво можно сделать.